Политическая ситуация в мире сегодня настолько напряженная, что это затрагивает даже людей, которые стараются держаться подальше от всех возможных потрясений. Но даже в этих условиях находятся персонажи, умудряющиеся совершить нечто из ряда вон выходящее. Как известно, российские спортсмены попали под обширные международные санкции, из-за чего мало кому из них сейчас удается продолжать полноценные выступления. Исключение составляют выступающие под нейтральным флагом теннисисты, хоккеисты в НХЛ, футболисты в европейских первенствах и другие не слишком многочисленные группы. Есть и другая лазейка, продолжают выступления те российские спортсмены, которые ныне представляют другие государства. В частности, в автоспорте при тотальном бане России соревнуются пилоты, имеющие иностранные лицензии. Такой лицензией располагал 15-летний уроженец Верхней Пышмы Артем Север-Юхин, который стартовал в чемпионате Европы по картингу под итальянским флагом. Причем старт этот получился на редкость удачным, в португальском партиму чемпион России 2019 и 2020 годов сходу выиграл гонку, которая, судя по всему, станет в его карьере последней. Все из-за того, что случилось во время церемонии награждения. Северюхин, стоя на пьедестале, ударил себя в грудь и выбросил руку вперед в жесте, известном как «римский салют». В простонародье данный жест именуют «зигой», и более всего он известен в исполнении представителей Третьего Рейха. Наверное, трудно представить себе действие, более неподходящее для россиянина в данной ситуации. Сам Север-Юхин, очевидно, не понял, что натворил. Его мама, реагируя на волну возмущения в соцсетях, объяснила, он просто хотел послать сердечки своей команде. Объяснения самого пилота появились значительно позже. Меня зовут Артем Северюхин. Я хочу извиниться перед всеми за произошедшее вчера на чемпионате Европы по картингу. Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм, считая его одним из самых страшных преступлений против человечества. Но я выступал под итальянской лицензией и выиграл гонку под итальянским флагом. И ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, я не могу объяснить. Я знаю, что виноват. Знаю, что глуп, готов принести наказание. Прошу понять меня и в том, то, что в этом не было никакой поддержки нацизма или фашизма. Не было желания оскорбить зрителей, пилотов, болельщиков, команду и зрителей трансляции. Извините меня, пожалуйста.